мы всей толпой едем на автобус. Сегодня поедем в Севастополь. Тишина, на улице никого. Автобус наш идет в 6:20. Что-то кроме нас желающих нет. Помашите, скажите привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Автобус у нас прямой до Севастополя. Так что будем ехать и ехать. Ну, наверное, снимать я не буду из окна автобуса, потому что это ужас. Так, на остановочках что-нибудь сниму. Вот. Укачала пацанов. Оля, как цветет желтый. Ну вот, он в Евпатории. Батарейский пляж. Вон тоже какие домики, да? Уже кто-то в палатке живет. По ночам-то еще холодно. Зале были уже плюс 14, а время-то только 7:30 утра. Трясется все. Ну вот, мы доехали до Севастополя. Теперь на катере надо с северной стороны переплыть. Вот стоим, ждем, когда тронется. Народу набилось, как селедки в бочке. Да,
Мальчишкам интересно. Мы сейчас назад поедем. Мы просто развернулись. Поэтому я на эту сторону и встала. Все, поплыли. Ой, бульк воду. Ну а что делать? Достану камеру. Ты добрый такой вообще. Ну, вот сейчас в самый центр Севастополя приплывем. Сам Севастополь-то такой изрезанный бухтами. Тут, там. Да, это пятиэтажка. Корабли военные стоят. Ой, а вон там парусник. Это, наверное, уже к параду готовятся на 9 мая. Ну все, вот мы и приплыли в центр. Вот нас встретили.
Мы Гришу с девочкой отправляем. С Мишаней. Вот. Тюльпаны какие растут красивые. Лера такая с хвостиками прям. Кокетка. Ну давайте. Давайте. Так. Так, что там? Ногу намял. Угу. Высокие прям. Ну, наконец-то мы доехали. Это для вас, мои дорогие, быстро. А мы 3,5 часа в автобусе. Даже ноги не хотят ходить, отказываются. Вот это Графская пристань. Ой, какая красота! Еще в куртках. А запах какой? Запах просто. Непередаваемый. Это тюльпаны такие. Тюльпаны? Да. А я всегда могу сказать. Памятник затопленным кораблям. Сейчас спустимся, я сниму отсюда и спустимся. Солнечные часы. Красота. Да, Егорка? Да. Лучше, чем в позапрошлом году. Да? Тебе не жарко в кофте? Нет. Нет? Слушай, давай Грише купим вон такую фуражку, адмирал. Егор, там в здании дальше. Для младенцев. Для младенцев? Да. Для маленьких детей. А ты уже взрослый? Совсем.